Ульяновск стал площадкой для встречи участников исламского бизнес-форума. Делегаты прибыли из Татарстана, Карачаева-Черкесии, Самары, Башкирии и даже Казахстана. Мероприятие было организовано ульяновским представительством Международной ассоциации исламского бизнеса МАИБ. Мы уже давно готовились к этой встрече. Мы уже вплотную давно с Ульяновской областью работаем. И сейчас решили официально закрепить вот эти сотрудничества между Ульяновской областью и МАИБом нашим. Главное событие форума – подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Ульяновской области и МАИБ. Автографы под документом поставили губернатор Алексей Русских и президент МАИБ Марат Кабаев. На территории нашей области проживает более 170 тысяч мусульман. Действует около 150 мечетей. Мусульмане Ульяновской области хорошо известны своей активной общественной позицией, направленные на развитие духовного самосознания верующих и сохранение гражданского мира. Позвольте, дорогие друзья, пожелать вам дальнейших успехов на этом благородном пути. Марат Вазихович Хабаев с 2017 года возглавляет созданную им Международную ассоциацию исламского бизнеса. В прошлом советский футболист, мастер спорта СССР. До 2016 года являлся президентом Ассоциации предпринимателей мусульман Российской Федерации. Рад вас приветствовать. И на таком первом исламском форуме именно в городе Ульяновск, когда когда-то давно тоже были приглашения и проводили здесь многие форумы. И, наконец, вот получилось так, что мы сегодня здесь присутствуем именно на первом исламском форуме. Соглашение подписали для укрепления межрегиональных и международных социальных, духовных и экономических связей, развития взаимовыгодного бизнеса и повышения благосостояния, комфортной и благополучной среды проживания. Нам интересно взаимодействие, это продвижение нашей продукции, безусловно, через партнерскую сеть. Это и Турция, это и Иран, это и Сирия, это и Ирак, это и Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, безусловно, и вы знаете о том, что сегодня действительно в списке недружественных стран Российской Федерации нет ни одной страны исламского мира. Международная ассоциация исламского бизнеса – это уникальная платформа, объединяющая бизнесменов России и бизнес-сообщества более 110 стран мира. МАИБ главными своими задачами видит формирование положительного образа современного предпринимателя, опирающегося на духовные ценности ислама. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Ул Правда ТВ.